всегда интересовали истории о русских богатырях, воинах, сильных духом и телом. Святослав, Александр Невский, Евпатий Коловрат, Илья Муромец всегда стояли на защите нашей земли и доказывали превосходство наших воинов. Меня зовут Бархатов Радослав, и я хочу быть достойным великих предков. Я с полутора лет в спорте, и состояние боя для меня является привычным. В единоборство меня привел отец, и каждый день он помогает мне на пути воина. Карате, дзюдо, и вот теперь рукопашный бой. Это мой путь, и это только начало. Я тренируюсь в Федерации рукопашного боя Камчатского края у Андрея Владимировича Савина. В нашем зале занимаются как начинающие спортсмены, так и чемпионы России и мира. У нас боевая и дружная команда. Мальчиками рождаются, а мужчинами становятся. Ребята, хватит сидеть у компьютера и тратить время на игры. Приходите в спортзал, тренируйтесь, становитесь сильными и уверенными в себе. Будьте воинами и защитниками.